Всем привет, с вами Владимир Туманов Плей, и мы играем в Дрейка, ребята, продолжаем. Серия называется «По следам сокровищ». Мы до этого ходили под землей, вылезли из вот этой дверцы. И я не побоюсь и пойду дальше, ребята, потому что уже наше приключение настолько затянуто, что мы все бегали и бегали. Надо уже его завершить, наверное, скоро будет, да, вот эти похождения по руинам. Поэтому по следам сокровищ мы идем. И куда мы идем? И куда? Все закрыто. Все закрыто, сюда не надо. Значит, туда наверх? Значит, наверх. Куда-то я залез, ребята. Куда-то залез. Вон, кстати, Лиана вон та. Ага, давай, цепляйся. Не знаю, почему я там внизу сначала не исследовал. Наверное, надо было внизу побегать. Ну да ладно. Ползем. А, ну все равно, да, ничего интересного там нету. Мы просто сейчас перелезем, наверное, через стену. Потому что вон ворота закрыты. И Дрейку остается только как прыгать. Что, в принципе, он и любит делать. Всегда он лазит везде. Не сидится ему дома, короче. Он любит вот так по всяким форточкам лазить. Куда? Ага. А теперь? А теперь куда? А, нифига себе я. Ладно, значит просто спустимся. Ох, ничего себе, вот, ребятки, и заварушка пошла. Заварушка, как я и ожидал, просто так мне не дадут здесь спокойно расхаживать. Отвали. Лучше не подходи. Блин, бежим, хорош, отдышимся сейчас. Уже гранатами закидывают. Блин, не успел я отойти. От того еще, от той передряги, как уже здесь началось опять. Сколько же вас, а? Их же надо целую команду собрать таких, а? Да ты че, блин, а? Все. Ой, себе еще гранатку кинул. Так. А, слушай, локация-то очень похожа. Мы по таким каким-то руинам тоже прыгали. Да, Салли, я тут кругами хожу. Мы с твоей девчонкой полистали книги в библиотеке. И получается, что наверху церкви должна быть какая-то тайная галерея. Долезешь? Наверное, да. Ладно, если что понадобится, дай нам знать. А, так мы тут были, ё-моё. Я, короче, чё он сказал, надо какую-то галерею найти, да? Ладно, давай... Ай, чё это? Ну-ка, запрыгни. Сокровище, ребята, золотой сосуд в виде птицы. Отлично. Предлагаю вниз спрыгнуть. Так, и чё, и куда? Что-то ходили, вон с Леной мы эти ворота открывали. И чё толку-то? В итоге нам, походу, назад надо выбираться куда-то. Вот это что за дверь? Откроется, нет? Салли что-то сказал, надо найти там. Блин, ну я его что-то прослушал. Так, ну мы здесь вот сюда зашли. Отсюда мы пришли. А, подожди. Так, стоп. Мы же вон там дальше-то можем пропрыгать, я думаю. Это я что-то зря спустился. Да? Или не зря? Или это все мы здесь были?
Так, ладно. Ну все, тут больше вариантов-то особых. Особых-то и нету. Ай, стой, короче, зря я вот это сделал. Сейчас опять спрыгну. Ладно, сейчас мы туда придем. По третьему разу, да, пройду еще. Походу, там и надо. Вот здесь, по-моему, ворота вот эти были закрыты, когда я здесь пробегал. Вот тут была решетка. Сейчас эти пацаны здесь появились. Куда еще? Вон туда, если только прыгануть куда-нибудь. Нет, наверное, нет. Значит, все правильно. Вот сюда, потом там, где мы бегали. Да залезь надо обратно. Там, где мы бегали, вот здесь, наверное, опять надо спуститься, потому что... Или подожди, или я не был здесь. Я что-то уже не помню, я запутался, ладно. По-моему, были, да? Ну-ка, все правильно я иду, мне кажется. Вот тут закрыто, потому что вот дверь. Видишь, завалило, все. Не, значит, все правильно, идем. Все правильно, только здесь главное... Здесь были? А, вон оно что показывается. Показывается мне, что надо куда-то прыгать. А как? Как он туда допрыгнет? Нифигашечки. Есть. Ну мы здесь... А, вон все, ворота, которые мы с Леной открывали. И куда? Как я туда... Да, как мне туда перепрыгнуть-то? Давай пробуем. Эпочки, опачки, все нормально, нормально, все нормально. Наверх нет? Нет, наверх нет. Идем дальше. Только надо быстро, видишь, что тут происходит, блин. Так, хорош, что тут еще было? Ай, блин, да ты че? Граната есть? Блин, гранаты ни одной нет. Да она, че ты, блин? Разговор короткий. Так, еще. Еще один. Так. Эмочку лучше, эмочку. И начался фильм, ребята. Сейчас нам покажут, что там, что к чему. Это оно. Что оно? Ага. И что, ага? Такое-то загадками говорит. Так. Вон там сокровище, кстати, лежит. Сокровище мое. Забираем золотой испанский кубок. Офигенный такой красивый кубок, ребята. Ну, давай, будем пробираться туда. Слушай, ну если я упаду, то, наверное, я разобьюсь. Или мы начнем опять по новой. Это же где там колокола вот эти? Я звонил в колокола, да? А, ну здесь вот так надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще не хватало что-нибудь рушиться чему-нибудь там. А, нифига себе предлагается на люстру прыгнуть, да? Вау. А что, она даже не шатается, короче. Она очень жестко закреплена. Ой, бочка опасная эта. Трогать не будем. А мож и будем. Бам, как эффектно получилось, да? Так, давай дальше. Ай. Вот про что я и говорил, что я тут погибну, если вдруг я упаду. Поэтому. А что, опять отсюда, что ли? Ну ладно, я тут уже знаю, где идти. Давай посмотрим. Вот она, да. Она, все круто. Давай дальше прыгай. Давай здесь перепрыгнем потихонечку. Все, здесь будет рушиться. Сейчас вот здесь. Кирпичик этот. Дальше на люстру. Слушай, а бочка зачем вообще, интересно, тут была, а? Для чего стоит? И дальше-то мне куда? Куда мне дальше? Сюда просто я не допрыгнул, походу, да?
Стопы. Вот сюда надо, наверное, прыгнуть. Он, наверное, сразу туда не долетит, а вот сюда может. Сюда может, а здесь может и вот так сделать. Да, точно, иначе тут не перепрыгнуть. Так задумано, однако. Так, а здесь? Ну, здесь либо люстра, либо вниз. Но вниз нам не пойдет. Давай, люстра. Дальше куда? Ну, дальше, наверное, вот сюда. Цепляйся осторожно, дрова. Тут уже все старые доски. Как еще они не рушатся подо мной все? Еле-еле наколоти... А, вот ключ! Ключ, что надо с ключом? Что, открылось что-то? И что? И что дальше-то? А дальше-то куда? Вниз, что ли? Так, ну погоди, мы можем сейчас еще в другую сторону прыгануть, да? А, еще один ключ, точно. А, подожди, есть догадка, вот тут же можно ползти. Да, поползли. Два ключа, в общем, надо. Так, это на... Да ты хорош, а! Блин, опять все сначала, что ли? Так, ладно. Ну теперь-то я уже знаю, как надо все сделать здесь по быстролям, да? Давай сюда. Давай туда. Давай пойдем с тобой туда. Так. Ладно, хоть чуваки вот эти не лезут всякие, противник. Ай, забыл, затупил. Блин, я так сейчас долго, да, буду проходить, ладно. Туда не надо, надо было на колонну прыгнуть. Так, это понятно. Опа. Давай, Дрейк, беги, Дрейк, давай, будем надеяться, что мы сейчас это все на одном дыхании все пройдем. Ой, блин, да что такое, а? Перепрыгиваем. Да, что такое? Он опять вниз летит. Ё-моё. Непослушный Дрейк. Да хорош журнал этот читать. Погнали уже вперед прыгать. Слушай, он меня уже подбешивать начинает. Сейчас, соберись, Дрейк. Все нормально будет. Нейтан, давай, хорош уже. Опа. Ладно, пойдет, давай. Проходим на люстру. Да хорош, а, ну чё, блин. Ты же вроде нормально всегда прыгал, тут что-то разучился прыгать. Вот здесь не затупить опять, здесь надо на колонну прыгнуть, вот на эту. Так-то все просто проходится, в принципе-то идея понятна, куда идти. Главное не торопиться. Не торопись-ка называется. Так, хорошо. И здесь не торопиться, здесь главное вот пока он доползет, там все дела. Отклониться, все запрыгнуть. Все четенько. Тут, в принципе-то, делов-то... Да, блин! Ай! Вот это у меня приключение, капец. Ну ты вообще прыгнул куда?
АП, залезь обратно, залезь, не надо туда прыгать, прыгай вот сюда. Уже тебе показали, куда конкретно. Так, не торопиться. Аккуратно. Аккуратно на колонну. Так-то если все знать, здесь вообще, блин, быстро можно, да? Совет. Ключ. Да я понял уже, братва, что ключ. Давай. С какого раза я пройду, интересно, это все? Стоп. Вот здесь я в тот раз упал. Давай, аккуратно, нацелились. Прыжок. Все четко. Совет. Да уже хорош советовать, уже надо проходить. Ключ. Теперь мне надо не упасть. Все то же самое, но обратно идти. Давай. Давай, вот так. Аккуратно. Тебя никто не торопит. Давай, цепляйся. Здесь тоже. Обратно. Запрыгиваем. Все. Отклонился. Да, хорошо. Залез. Терпение, ребята, терпение главное, и все получится. И не троить, не тупить, надо быстренько все проходить. Так. И не торопиться. По-моему, получилось. Наконец-то, ё-моё. И чё? Вот она, дверь заветная. А как мне теперь туда попасть? А, стоп. Все просто. Так, только куда? Ага. Ладно, согласен, сюда можно запрыгнуть. Отклонился и прыгнул. Окей, ой, чуть не ушел вниз опять. Слава богу, я прошел эту. Это я прошел. И чё? Золотой крест нашел. А дальше? Ребята, а дальше-то чё? А дальше-то куда? Это чё, всё было ради креста сделано, что ли? Здрасте, здрасте. А, вот они, ворота, выход. Наконец-то двери эти, окошки открыл. Ё-моё, блин. Я уж думал, да всё опять куда-то. Вы издеваетесь. Эй, Салли. Слушаю. Ты отправил наших друзей туда, где они абсолютно ничего не найдут? Ну? Они тут засели ровнёхонько над сокровищем. Ну вот, нарочно не придумаешь. Так, нам нужно устроить отвлекающий маневр. Я тебя понял. Диверсия, мигом состряпаем. Эй, Салли. Да? Как они уйдут, жди меня в мавзолее. Только иди через катакомбы, так безопасней. Ладно. Теперь мне осталось всего лишь проскочить незамеченным. Всего лишь? Всего лишь незамеченным. Блин, вот так незаметно вообще. Незаметно для всех проскочил. Так. Ну давай, все получится. Спускайся вниз. Салливан сбежал! Прочешите все! Найдите его! Ладно, хоть патронов сейчас дали, а? Снайперку. И по кому они хотят, чтобы я стрельнул? Ага. Есть. Все, меня засекли, ребят. Мимо. Готов. Мимо. Ай, спрячься. Да ну что ж такое? Так, спрячься.
Где там? А, вот он стоит. Есть один. Еще один. Ай, прилетело мне вообще больно. Так, давай-ка перезагрузим, блин, перезарядим. Где он там? А, вон он где-то щеголяет. Так, давай. Так, а ты чё? Пытался спрятаться. Ай, подожди, чё ты, мы тебя не до конца, да? Давай, ещё идём. Мы с Салли где-то в мавзолее собрались встретиться. Где-то он меня будет ждать. Да хорош ты чё, а? Только я думал, всё, никого нету больше. Ладно, раз. Перезарядим и снова в бой. Да хорош, кто-то близко. Кто-то где-то близко. Опа! Есть. Следующий. А, вон он стоит. Так, где-то дробаш был. Сейчас. Сейчас мы это сделаем. Давай. Чё, ещё кто-то остался, нет? Ну-ка, вот здесь заберём, чё есть. Пойдёт хоть... О, это ж помповый, сейчас. Вот надо было давно с ним уже ходить здесь. Ладно, сейчас кто мне попадется, тому не сдобровать, ребятки. Че, дверь не открывается? Ой, Desert Eagle. Еще помпа. Подожди, Eagle где? Eagle где? Я тут проходил, вот он. Да блин, ты че? Возьми Eagle. Это мне пригодится. Возьми помпу. Или что, или М16. Ладно, пусть М16 будет. Фиг с ней, с помпой. А то сейчас тут заходить в эти ворота, кто его знает тут. Что там будет, может и не пригодится уже. А, вот Привет. Они все тут сидели. Привет. Я в тебя верил, Дрейк. Но и Салли здесь. Не знаю. Я соображаю на ходу. Но это точно то самое место. Погодите. Эти символы нам что-то подсказывают. Так, что нам подсказывают символы? Кубок стрелы, книга, якорь. Так, что змея корона? Так, и что там? Что есть? Что надо делать? Да, здорово, Роман с Навара тут все переворотили. А, стоп, змея вот так там расположена. Змея вот так. Корона. Корона стоит. Так. Кубок. Правильно кубок стоит? Правильно. Книга чё? Книга тоже правильно. А чё не так? Это точно то место? А, вот стрелы надо перевернуть, наверное, да? И чё? А, вот эту ещё штуку надо перевернуть. Получилось! Бинго! Ё-моё, ништяк. Сейчас пройдем. Залезайте, ребята, залезайте все. Ну что, похоже, нашли. Мы нашли сокровища. Лови. Ну, что скажешь? Не знаю. Может, и тупик. Стойте. По-моему, тут есть какой-то проход. Лена, осторожно. О, черт. Что там такое? Салли, живо назад. А? Ловушка! Ё-моё. Салли, ты живой там? Салли! Да, я цел.
Цел и невредим. Вот только копчик отбил. Слушай, возвращайся в библиотеку. Нам придется искать другой выход. Остается один путь. Вперед. Ага. Сокровищница, ребята. И увидим, как они проходят в следующей серии. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.